Привет. Так, я хотел показать, как можно информацию какую получить. Бумажки около банкоматов раскидывают. Можно посмотреть, ну, сколько денег, как состояние там экономики. Ведь СМИ, они все врут всегда и врать будут, что все зашибись там или плохо, херню всякую порят. А настоящую информацию они скрывают, ну, сами используют, чтобы как-то это поиграть на ней. Ну, и вот по бумажкам можно посмотреть, что тут есть. Так, фигня тут. Остаток 20 тысяч, текущий. Тут 25 тысяч, счет. Не понял, что-то снято. Что это такое произошло? Это какой-то... Счет, где счет, операция, чекинг, текущий, ну, наверное, текущий, что-то по-английски написано, текущий, блин, вот, текущий, что тут, внесение, 46 тысяч, всего 174. 26 на 3, ну тут нормально, деньжат. Ты почти что получается сколько? 100, 2000 долларов. Ну такое редкость. Так. Текущие внесения 5 тысяч, 25 тысяч всего. Кредитный, вот, кредитный счет. Считай, денег нету там. 2000 всего, выдача, ну вот все, как бы беднота. Кредитный 30 снято, ой, это свеженькая какая-то бумажка, ну просто бумажки эти валяются, и как бы никто их ниоткуда не тащит, они валяются, в, ну там на банкомате сверху валяются, можете из мусорки вытащить. Вот, так, выдача 30 тысяч, осталось 10, ну, тоже вот люди берут кредиты, залезают в дырень и оттуда уже не вылезают. Ну, такой вот способ есть, если нужно, можете попробовать и поймете примерно, как дела с финансами обстоят. А банки, ну, хер они, что скажут, есть у них данные по активности, по покупкам, но все это скрывается. Ну, потому что, ну, что тут вот, по сути, покажет, что, да, блин, в кредитах нищаги все, государство всех ограбило. Ну, чтобы кроме подозрений, вот так вот по бумажкам мы это можем уже мнение конкретно составить. Ну, это все. Пока, ребята. Будьте осторожны. Государство грабит, убивает. Все, пока.